Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня у нас 23 сентября 2016 год, и мы продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War за Королевство Англии. Так, что у нас здесь? Здесь у нас осада наших городов. Так. В этой серии, наверное, сейчас мы разобьем поляков, которые осаждают. Так. В общем-то, там соотношение, по-моему, в нашу пользу. Ну, что у нас тут еще? Ну, а здесь и ходы у нас сделаны. Здесь вот наша ближайшая цель — это взять Марсель. Взять все-таки эту Тулузу. Это как камень преткновения у нас. Уже довольно-таки долгое время. Так, ну давайте здесь сейчас повстанцы забьем. В первую очередь. Так, развернем мы войска. Это повстанцы не должны нам такого сопротивления оказать, но все-таки не знаю. Утверждать не будем. Так, что у них там? Два отряда. Отряд копейщиков и отряд у нас стрелковый. Давайте болгарским лучникам атакуем йоминами. Так, у нас здесь артиллерия заряжается еще плюс ко всему же прочему. Так вот. Наши стрелковые отряды наносит довольно-таки серьезное поражение по врагу. Русская пехота практически дошла до наших стрелков. Все-таки они отступают. Блин, все равно мне принесли потери. Вероятнее всего за нашей артиллерии, когда сейчас идет огонь. Ну да, скорее всего, они немного задели нас. Так называем дружественный огонь. Не дать дружественного огня. Ну давайте сейчас достреляем их лучниками, плюс артиллерии тут. Продолжает наносить удары. Так. Несмотря на огонь, здесь врагов по-прежнему еще много. Противника, бойцов. Даже крестьяне арбалетчики, да? Ну-ка давайте все-таки по арбалетчикам. Они нас обстреливают здесь. Работает наша артиллерия, в принципе, вполне нормально, пристойно. Однако какие они все-таки. Боевой дух какой у них все-таки. Обстреливают артиллерии, гаящие боеприпасы. Они еще умудряются перестреливаться с нами.
Давайте это быстренько. Сейчас это будет очень долго все эти перестрелки. Давайте завершим битву, не будем за ним бегать, мы тут по всему полю. Тем больше, что их там осталось всего 19, нам ничего не даст. Так, в общем, потеряли мы 22 воина. Зато потерялся 17. Полная победа у нас тут. Принц Джон. И убрали мы свой пути. Армию повстанцев. Продолжаем, значит, двигаться. Так, нам с какой бы стороны только обойти Бутулузу. Все-таки, где мы быстрее дойдем? Давайте сюда вот. Идем на мост. Повышение характеристик. Устремленный. Интересный. Кстати, ну, я вчера так и не нашел, где у нас счет полководца, где-то генералы должны быть. Может, у нас что-то столько свадеб было. И... Только свадеб. Естественно, как говорится, прирост. Мне подсказывает, у нас в Париже какой-то крот завелся, да? Лазутчик, что ли, направленный. Пусть он там все зашерстит. Так, еще одну битву хотел с поляками. Давайте попробуем с ним сразиться. Давайте на поле боя. Развертываем войска. Так, так, делаем. Делаем так. Артиллерию на огонь по желанию, горящими боеприпасами. И, собственно, тоже огонь по желанию. Давайте секундочку на какой-нибудь фланг сейчас. И начнем, пожалуй, битву. Так, как у нас идет оттуда, да? Получается, они на возвышенности. Так, поджидаем нашему подкреплению. Зайдут они на поле боя. Так, а у противника, насколько я понимаю, артиллерии есть или, по-моему, нет, да? Или есть? У них здесь еще есть генерал. Хотя показывают почему-то в нашу пользу соотношение. Хотя здесь... Не сказал, что такая слабая армия. Так, в общем, подошли наши подкрепления. Берем теперь всю нашу пехоту. Выдвигаем их, давайте сюда вот. Пусть шагом, чтобы не затрачивать свои силы понапрасну. Так, на остальных пока подходят тоже. Также в их огонь по желанию будет
Так, а кто по нам уже будет огонь какие-то? Ты мужчинки, что ли? Блин, сколько мы съесть. Отойдем немного. Так, стоп. Давайте здесь на дороге встанем. Что к чему всех взял? У нас гарские болельщики не очень доставали раньше времени. Ну давайте, ребята, скорее подходите. К месту славы. Для кого-то, может быть, месту гибели. Вообще, в игре единственное место, где солдаты. Ну, здесь, конечно, бывает, что им надо тоже жалко гибнуть, когда несем большие потери. Вот эти 10 врага. Давайте конницу куда-нибудь на один фланг тоже перебросим. Так что ли вот. Тут наш артиллерий уже отсюда достает. Выбираем наших лучников и атакуем врага. Атакуем вражеских стрелков. Болельщиков со щитами. Да, уж я думаю, так вот, если такую дуэль с стрелками нашими, скорее всего, проиграет ее. Даже ни одного не убили. В принципе, теперь все это бесполезно тратить время, давайте. Подвозим пехоту. Артиллерия пускай пока у нас не атакует. Вот все это надо быстро. Смотри, что они делают, а? Мы не приближаемся, они отступают и опять отстреливают нашу пехоту. Отступать все равно бесконечно не сможет, там, потому что конец этого. Да ты посмотри, что делают, а? Таким незначительными силами не бывает, это приносит нам потери какие. Какие-то, собственно, наемники даже. Давайте идем сейчас в атаку.
Вражеские отряды бегут, да? Кто они тут? Бизманские жители наемники. Кто набрал тут весь сброд? Да что ж такое-то? Ну? Конечно, сама оптимальный вариант взяла. Поймать вражеских стрелков. Здесь будет уменьшаться. Вражеский генерал. Это вы знаете, сейчас цепишься с генералом, нас будут обстрелять вражеские стрелки. Чего себе, какие мы потери несем. Вот это у него полководец, собственно говоря. Выиграл, да, первую победу у нас получит, собственно. Никак и не иначе. Еще и окружают. Ну, берут тут наемников, всякий сброд. Лишь побеждают. Давайте добейте его полководца, может быть, он побежит. Или наши сейчас побегут. Одно из двух. Да вообще, удивляюсь, как они фактически полководческими отрядами своими, да, бьют пух и прах всю нашу конницу. О, наконец-то погиб ваш полководец. Да что ж такое? Кто, не этот или кто? У нас убит-то, собственно, непонятно. Так, давайте помогаем теперь нашим остальным войскам. Давайте их уничтожайте. Всех, кого поймаете. Тихо, да не сюда вы, вот у вас цель. Еще лесные жители не бегают. Да уж, пока наш конь добежит тут. От наших отрядов ничего не останется уже. Чью пользу хоть соотношение? 70% поляки потеряли. Thank you.
жопу такие выигрыши. С таким-то соотношением потерь. Смотри, какой умный. Нашел на кого напасть, на стрелков. Они там бегут. Лесные жители сюда. Ты посмотри на них, почему никак не убежите по любой, а? Давайте, это там к нашим стрелкам приближается уже вплотную. Стоп. Стоп. Так не надо. Ух ты, ё-моё. Это они что, так навесом стреляют? Так, короче, ребята, отменить, не надо стрелять пока, иначе сейчас своих же застрелять теперь и все. Так, ну там полководческий отряд все никак не сбежит, давайте-ка его поможем ему это сделать. Конечно, продолжить. Группировка такая еще остается. Еще кого-нибудь здесь поймать сможем. Посмотрим. Заплатит он выкуп, нет. За выкуп он готов отпустить его пленных. Так, кто у него еще остался? Вряд ли, конечно, их догоним, но попытаться стоит. Нет, все, они убежали. Тем не менее, потеряли мы 379 воинов. Враг потерял 470. Наш полководец получил 3 единички опыта. Надеюсь, это не он погиб. Хотя... должен быть как бы не он, потому что наш подкрепление под кого-то убили. Вот и все. Так, давайте во Франкфурт садитесь. Если у меня только соединять отряды, которые потерпели потери, понесли потери, улучшение характеристик. То есть неплохо, неплохо на сегодня. Мы потрудились. Так, в общем, нажимаем давайте. Конец хода. Кажется, все ходы мы уже сделали, да? Ага. Теперь войска Священной Римской империи решили нас тут. Ну давайте, отоприте. Многострадальный Милан, сколько они уже мужики. Клади мужики, потом папа римский ходит. Осаждайте у нас. Чем меня все пусть отлучает, вы сами агрессивные. Физику. Блин, а Священная Римская империя, откуда своих войск набрал, но осталось, блин, 3 города всего, откуда успевает не бежать. Нам тут пожелаться очень долго и мучительно. И кровавый еще вдобавок. Да они штампуют их, я не понимаю.
Осталось 3 года, уже не хватает на содержание столько. У меня вон какая территория, блин. 4 полных так выходные набираешь, у меня уже не хватает денег. А у этих у меня все хватает. Спасибо, не все. Непонятно. Смотри, что делает. Возвращается в Тулузу. Семиланской армии. Такой ход не хватил, ты не давай. Ну и все. Можно сказать, отдал мне Максель свой. Вот тоже Милан. Осталось не совсем немного, никак мы его не можем добить. За Тулузу мы сколько мы пытаемся взять. Все безуспешно. Тут мавали, потом осадили. Все, ну он привел. Сначала он не атаковал, потом все равно привел подкрепление свое. Причем эти башни такой форпост, как Тулузу. По-любому ее нужно брать. Смотри, сколько он войск себе сконцентрировал. Ну, по всей видимости, там как будто понимает, что это очень важный пункт Тулузы. Старается оборонять его до последнего. Уже дело чести для нас взять этот улуз конца-то концов. Сколько можно мурыжиться. Представляю его. Наш компьютерный противник по максимуму использует, если возможности похожи. Комплекты довольно мощные, многочисленные разные. Ну, по крайней мере, Максель-то мне не точно пожмем. Уже эти ребята в Милане, там, с армией скоро подойдет. Отгоним эти папские войска. Поляки, смотри, тут поделились по всем городам уже. Уже просто все города наши осаждают. Я тут уже начинаю сомневаться в своем решении. Может быть, нужно было добить этих поляков.
Ну да. Папские войска пошли уже на штурм Милана. Ну, давай. Максим, так хотел. Что-то за эту серию взять. Так, ну, по традиции. Ждем врага в центре города. Ох, пища площадь какая неудобная. Со всех сторон подходы здесь. Так, ну, давайте первых рядах поставим копейщиков. Что ж ты, немножко скачет. Так, ну и здесь. Рыцари. Там посмотрим, в случае чего мы сориентируемся. Если видим, как будет прорываться, то перебросим нашу силу туда. Так. Осталось нам только катапульты их разместить. Так, на огонь давайте по желанию. И все. Теперь только ждем нашего врага. Напарницы должны мы отбиться, я так думаю. Кто он там? Тем более не висят стрелки в основном. Башни куда-то покатились совсем в другую сторону. Столько ходов здесь ждал, что только успел построить таран до башни одну что ли? Странный какой-то. По всей видимости решено, что ждать дальше невозможно, нужно штурмовать. Стреливать своими арбалетчиками. Ну, папский важный, если здесь не особо беспокоит. Вот мне стрелки вот так беспокоят, они, да. Еще встали, смотрите, в низине. Так ты ж куда ж вы, блин, шпарите-то, а? Сколько залпов, и все мимо, блин. Если раньше нас добьют, чем мы. Вот куда вот? Дом подожгли. Зачем-то. Куда угодно, но только не во врага. Вот снаряды ложатся сюда, сюда. Но ни один не попал вот сюда вот. Хоть один бы попал, а ты посмотри на меня. Так где стоять не имеет смысла, что сейчас расстреляет и все. Ну, давайте сейчас пойдем сами в контратаку. Действительно, мы здесь и проиграем бой за город. Сейчас расстреляет вот всех и все. Отставить, а то сейчас будут по нашим большую часть попадать. Я сказал же не стрелять. Толку-то от вас все равно нету. Только выстрел, и все мимо, все мимо. Да куда же вы все отбегаете-то, блин? Вот куда бегут? Посылаешь на врага, бегут в другую сторону, непонятно, в какую. Что-то не хватало здесь сражений проиграть.
маски уродливые одели. Непонятно. Давайте, вы что, их не можете никак... Окружайте, бейте. Ну все, давайте поменяйте. Они вон что удумали, да? Да быстро давайте сюда подбегайте. Еще никак не добегут. Бейте, давайте. Да куда, давай, возвращайтесь. Да ничего бы он не изменился в нашу пользу. Конечно, продолжить. Что по призу? Сейчас мы посмотрим, есть ли у тебя финансы. Что бегают? Непонятно как. Вы что, не видите, что ли? Вот они бегают. Разбрелись по всему полю. Ой, вот тут полчаса бегают. Давайте последнюю. Восемьдесят четыре воина мы потеряли. Фактически войска потеряли всех. Всех они потеряли. Кроме нас, финансы начнем очень плохо все тоже. Хочет опять не... А, теперь они... Генри хочет там теперь осадить. Ну давай, осаждай. Вот... Был довольный город такой. Но этими осадами они просто с удовольствием.
На, то есть водит и все. Город все равно не возьмут, но недовольство. Либо здесь. Куда-то отводит свои основные силы. Да здесь и без этих сил. У Священной Римской империи только сколько там сил в Италии. За Венецию. И Флоренцию тоже. Ну, наконец-то ход вернулся к нам. Поляки здесь нас под всем. Хоущий союз с Португалией заключили. Да, когда у нас врагов-то останется всего 2-3, непонятно. Только когда... Еще у нас и денег-то, блин. Куда-то улетучивают. Это тоже непонятно. Только до этого был армия, но все хватало. Сейчас вообще опять немножко не хватает. Опять у нас финансовый кризис, хотя даже никаких предпосылок нет. До этого даже больше у нас армии было, все хватало. Теперь же войск у нас не так уж и много. Все равно не хватает. Так, что тут у нас? Тут уже здесь у нас консультируются все основные силы. Давайте пока в осаду возьмем. Да тут еще такой. Здесь еще и португальцы бы наказываются. Да уж, тут у нас полный абзац. Полный у нас здесь абзац. Что бы такого сделать плохого, а? Давайте не нашли каких-нибудь копейщиков, которых мы сможем здесь сделать. Да, такое ощущение, что они все сюда в Италии приперлись. Попробуем попасть во Флоренцию. Отлично у нас это получилось. Конечно, если пад переживать, не тут защита такая стоит. Так, у нас тут... Конечно, дилемма, что нам делать с Тулузой. А что делать? Брать ее и все. Нам больше ничего не остается. И как нам это сделать? Ситуация щекотливая. Нам, конечно, сюда бы еще бы одну армию, чтобы наверняка. Возможно, сейчас в Бордо у нас доделают еще. Посмотрим. Возьмем, да, в следующей серии Марсель. Далее. Ну тут, я думаю, мы еще в серии 10 будем идти. Хоть и дороги вроде развиты, а все равно как-то это очень долго происходит. Даже здесь вот отбить войска Папы Римского.
Сейчас садись на корабли, высадить кого-нибудь на острове можно, да? Наверное, мы так и сделаем. Через Гену сейчас высадить на острове. В принципе, мы должны удержаться. Хотя сейчас, конечно, здесь могут посадить еще и войска Священной Римской империи. Ну, тут у него одна артиллерия с нами. Солдат у него мало, да, если он хотя... Ну, хотя, если вот эта армия длинная, здесь тоже пушки. В любом случае нам придется завести еще подкрепление. Давайте мы здесь вот наймем еще отрядиков, иначе мы здесь не удержимся. Так. Ну и все на этом. До новых встреч, пока.